Мы за то, чтобы не болели и не умирали наши дети. Мы за то, чтобы не болели и жили долго наши родители. Мы за то, чтобы нас окружали здоровые и счастливые люди. Мы за то, чтобы люди знали, как всего этого добиться. Поэтому давайте приступим к делу и на этот раз все сделаем правильно. Даже если вы осознаете лишь 10% того, что увидите в этом фильме, вы убережете себя и своих близких от многих неприятностей, сэкономите уйму денег и продлите на много лет свою жизнь. Восполнить необходимое количество витаминов и минералов в нашем организме. Это употреблять в пищу много еды и надеяться, что вместе с ней в организм попадет все необходимое количество биологически активных веществ. Все бы хорошо, но, во-первых, это экономически нецелесообразно, во-вторых, это невозможно физически. Учитывая энергетическую и биологическую ценность сегодняшних пищевых продуктов, подсчитано, что суточная доза всех необходимых человеку питательных веществ содержится примерно в 50 килограммах еды. Например, дневная доза витамина С – это 15 апельсинов или 42 помидора, витамина Е – 10 чашек оливкового масла, бета-каротина – 5 морковок, или 6 чашек кабачковой икры, селена, 16 жареных яиц или 160 бананов. Кроме того, пищевая ценность суточного рациона не должна превышать 2-2500 килокалорий. Что же делать? Столько калорий нам не осилить, но необходимые для здоровой пищи биологически активные вещества находятся именно в таком количестве пищи. Поэтому в развитых странах ученые научились выделять из большого количества продуктов, а именно из растений, необходимое человеку количество биологически активных веществ. Благодаря высоким технологиям и накопленному опыту траволечения, сегодня современный человек может восстановить и поддерживать свое здоровье, добавляя к своему обычному питанию натуральные витамины и минералы, биологически активные вещества, так называемые БАДы, биологически активные добавки к пище. Ваш лечащий врач должен был предоставить вам эту информацию. Если он не хотел брать на себя ответственность, он мог хотя бы проинформировать вас, чтобы вы сами могли сделать выбор. Помните, это важно. Вам необходимо 90 пищевых добавок. Это 59 минералов, 16 витаминов, 12 основных аминокислот и протеиносодержащих белков, 3 основных жирных кислоты. Всего 90 добавок к ежедневной диете. Иначе у вас разовьются заболевания, вызванные их дефицитом.